Да, ушел добровольно. После 21 сентября, когда была мобилизация, к нам в город приехало много людей мобилизованных. Жили они тут в спортивных комплексах. Посмотрел на них, подумал, если такие люди идут, почему мне не сходить помочь им? Первый заход 3 месяца, второй заход 6 месяцев. У нас в Барсе была вся география. Да, конечно, земляками служить проще, но с другой стороны, Россия вся наша родная, все у нас земляки, здесь нет чужих людей. Там за ленточкой, в отряде чужих нет вообще, только свои. Горжусь. Ну, он у нас как единственный, даже во всем селе, кто ходил на СВО, и он герой. Ну, а там у меня оберег, нам дети прислали котят вязаных, барсик, вот полгода с ним на бронике проходил. Да, гуманитарка приходила, периодически писали письма дети, с Пензы писали письма дети. Первый раз брал 2 письма, когда домой вернулся, ездил в Терновку, 21-я школа. Детям сходил, поклонился, сказал спасибо. Мой командир Ильяна так и говорил: если вы зашли по зову сердца, исполните свой долг. И ребята работали, отдавали силы, жизни. И глядя на таких людей, у меня не возникает сомнения, то, что мы победим, и победа будет за нами.